Сегодня у нас посттравматический нос. Это всегда сложно. Внешне проявлялось смещением кости носа и смещением перегородки. Травма была год назад. И отмечалось после травмы кровотечение и гематома. Почему мы боимся гематомы в любых областях? Потому что гематома всегда заканчивается более обширным рубцеванием. И когда я зашла на перегородку, я даже на какой-то момент расцелялась. Это было связано с тем, что четырехугольный хрящ представлял из себя конгломерат фрагментов мелких хрящевых, вот таких вот, даже не осколки сказать, а вот какие-то мелкие фрагменты хрящей, которые были консолидированы, и вот такие вот. То есть вся перегородка представляла собой какие-то мелкие фрагменты. И была очень повышенная спаянность со слизистой. Это закономерный процесс. Мы всегда знаем, что если есть травма, если есть гематома, то это всегда заканчивается сокращением слизистой и перегородки. В чем такая опасность? Опасность в том, что перегородка, то есть хрящи спаяны со слизистой, и отделить это бывает очень сложно. Это всегда чревато риском разрыва слизистой оболочки, и в крайнем случае может быть сообщение двух половин носа и перфорации. Перфорации мы избежали. Сегодня у нас 18 дней. Мы устранили кривизну, устранили костную горбину, которая была следствием травмы. Надеюсь, что мы восстановили полностью носовое дыхание. Сейчас у пациента сохраняются сплинты до полной петализации двух поверхностей. Это перегородки и нижних носовых раковин. Мы еще снизвели крылья носа вниз. То есть до операции было V-образное искривление. Сейчас мы немного приспустили к низу и выставили ось носа в правильное срединное положение. Собственно говоря, в этом и заключалась вся операция. Но при кажущейся внешней простоте и небольших изменениях внешней, работа была на самом деле серьезная. И такая работа всегда вызывает некоторое такое напряжение во время операции. Но у нас все хорошо, все по плану. Вот. И у нас еще будет последний визит, последний осмотр. Мы удалим сплинты. Надеюсь, что у пациента все восстановится.